Балаковцы забили тревогу по поводу качества рекартанового покрытия на спортивных площадках, установленных по программе благоустройства. Наша съемочная группа побывала на одной из четырех площадок и убедилась, покрытие разрушилось, а потом и вовсе исчезло. Как оказалось, такая ситуация на всех площадках, где в этом году был уложен рекартан. И мы не могли не задать вопрос на еженедельной планерке в администрации, где, собственно, покрытие и будет ли оно восстановлено. Площадки были установлены по партийной программе. По рекордаму, я думаю, сейчас погодные условия не позволяют в полной мере провести. Мы на месте посмотрим, что там можно сделать. Решение техническое будет принято. Естественно, площадки не должны пустовать, они для этого построят, ставятся на дворах, чтобы они были загружены. Хорошо, что вовремя было выявлено именно качество укладки рекордамового покрытия. Выявили недочеты и, в принципе, можно сказать, что попросили аккуратно подрядчика убрать то, что было выполнено. Есть такая договоренность, и учитывая, что погодные условия у нас вот в середине недели выравниваются, и температурный график там примерно 7-10 градусов положительная температура будет, поэтому должны уложить по технологии и закрыть эту проблематику уже в этом году. Вот. А так они были выполнены. Вот, но качество оставляло желать лучшего, поэтому было принято решение за счет средств подрядчика демонтировать и переделать. Вовремя общественность обратила внимание, что до весны, наверное, оно не продержалось. Это только на этой площадке или на всех четырех? Нет, мы будем менять на всех четырех. А кто подрядчик? Я сейчас не буду называть подрядчик. Почему? Стесняетесь? Давайте дадим право подрядчику все-таки привести все в надлежащее состояние, будет вопрос не замалчиваем. И с учетом жителей мы специально пошли на то, чтобы поднять этот рекордан, привести его в правильное технологическое состояние. Надеюсь, что они смогут это сделать, и жители у нас будут с удовольствием играть на этой площадке.